Лучшие цитаты Конфуция. Настоящий философ свободен от четырех предметов: предвзятости, уверенности, упрямства и эгоизма. Три вещи, которые нельзя достигнуть: человеколюбие без скорби, знание без заблуждения, храбрости без страха. Если ты ненавидишь, значит, тебя победили. Счастье – это когда тебя понимают. Большое счастье – это когда тебя любят. Настоящее счастье – это когда любишь ты. На самом деле жизнь проста, но мы настойчиво ее усложняем. Драгоценный камень нельзя отполировать без трения. Так и человек не может стать успешным без достаточного количества трудных попыток. Благородный человек предъявляет требования к себе, низкий человек предъявляет требования к другим. Побороть дурные привычки можно только сегодня, а не завтра. Три вещи никогда не возвращаются обратно: время, слово и возможность. Поэтому не теряй времени, выбирай слова, не упускай возможность. Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни. Попытайтесь быть хотя бы немножко добрее, и вы увидите, что будете не в состоянии совершить дурной поступок. Если тебе плюют в спину, значит, ты впереди. Не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик, кто падал и вставал. Забывайте обиды, но никогда не забывайте доброту. Если вы хотите добиться успеха, избегайте шести пороков: сонливости, лени, страха, гнева, праздности и нерешительности. Там, где кончается терпение, начинается выносливость. Остерегайтесь тех, кто хочет вменить вам чувство вины, ибо они жаждут власти над вами. Неважно, как медленно вы идете, до тех пор, пока вы не остановились. Если очевидно, что цели не могут быть достигнуты, не корректируйте цели, корректируйте действия. Чем бы вы ни занимались в жизни, делайте это всем своим сердцем.